Уже 7:00 вечера. Где-то 6:05. С Гошей погуляли. Сейчас опять пришли на то же место, где у нас столик стоит. Вот я чай пью. Гоша мешается. У меня печененьки с собой. Вот. Гоша же тоже хочет. Ему тоже все интересно. И лезет ко мне. Вот. Я нахожу всякие способы, чтобы его отвлечь. Как-то чем-то занять. На пенек иди. На пенек. Молодец. На, лови. Ловишь? Лови. Все, ягодку поймал. Так, что бы еще ему кинуть? Гоша, на веточку повыше заберись. Нет. Нет. Иди на веточку. Вот туда. На веточку иди. Ты где там? Так, ты, сеньор. Ну-ка, давай. Задрись отсюда. Гоша, на пенек. Иди на пенек. Молодец. А теперь на веточку. На веточку иди. Давай. Молодец, лови. Во, красавец. Яблочко поймал. Ловишь? На, лови еще. Палочки у яблочек откусывает. На, лови. Лови. Опа. Молодец какой. Где-то сорока рядом стрекочет. Сейчас чай попьем и пойдем дальше. Где-то сегодня с часу, даже нет, по-моему, с 12 гуляем. Решил пройтись по тому же месту. Ну вот как я вчера, ой, не вчера, а 11 числа ходил. Так же и сейчас хотел. Ну-ка, Гоша, не это, давай, не лезь. Печененьки вот такие вот. Вкусненькие. Что значит? По тому же месту я пошел. По натоптанному пути. Думал, как бы сейчас пройду по-быстрому и дальше еще сделаю себе тропу. Вот. Иду, что-то как-то забылся. Смотрю, Гоши нет. Ну, где он ходит? Нет его. Что-то зову, свищу. На поле уже вышел. Потом уже орать начал. Гоша! Смотрю, летит. Думаю, ну, засранка. Напугала меня. На пенек иди. На пенек. Иди на пенек. Ну, на пенек иди. Давай, на пенек садись. На пенек туда. Вот, в общем, он вылетел, все, я его нашел, или он меня нашел. Вот, и пошли мы обратно, потому что времени уже много было потрачено. И дальше никуда я не продвинулся. Надо будет в следующий раз... О, засранец какой, а! Еще и печенье у меня скоммуниздил. Охренеть. Вот понимаете, да, как бы уровень наглости. То есть он взял, у меня здесь печененька стояла на стакане. Он взял, подошел, уронил стакан, печенье упало, меня отвлек тем, что стакан упал. Сам стырил печенье и улетел. Охренеть. Все, сейчас где-то будет там либо есть его, либо прятать. Не знаю, да блин, я не хочу, чтобы он ел, ну, вот такие типа сладости. Потому что это вообще никак не полезно. Наоборот, даже вредно. И как бы за ним вот постоянно глаз да глаз нужен. Постоянно следить, потому что может что-нибудь спереть.
подпереть, как-то подколоть, отвлечь внимание. И все в таком духе. Кстати, в прошлый раз, ну, где-то, когда, может, с месяца назад, он у меня тоже примерно так же стырил печенье и улетел куда-то вглубь леса туда. Куда-то туда. Вот. Я уже все, чай попил, уже собрался, все, вышел, его зову, его нет. Вышел туда на дорогу, его... Опять зову, а, кстати, вот он летит. Его зову и слышу, что Гоша орет, и дикие вороны орут. Засранка, Гоша. Вот, и дикие вороны орали. Я Гошу позвал. Где-то, наверное, минут через две он вылетает, и, ну, как бы, видно, что испуганный, потому что орал. Вылетел, значит, и улетел куда-то туда вообще далеко. Ладно, хоть этот GPS-трекер ловил сигнал. Я его смог найти, а так он не откликался вообще. Сел под провода, и все, и там и сидел. А как только меня увидел, сразу это... полетел ко мне, а так не летел. Гоша наглец. Ну-ка. Гош. Так, нет, другой. Другой. На. Дай. Палочку дай. Чуть мясо не спутал. Дай. Молодец. Чуть мясо, говорю, не спутал с печененкой. Вместо печенья. Да, вместо печененки чуть мясо не съел. Сырое. Так, ну-ка давай-ка. Одну стырил, все, хватит. Он смотрит? Ну, я ем что-то тут. Ну, тоже охота. Но ему нельзя. Гоша, тебе нельзя такое. Он вот тихонько-тихонько так вот вокруг да около ходит, посмотрит так. Да я что, я ничего не трогаю. Но потом... подходящий момент он просто берет и делает то, зачем пришел. Угу. Иди давай на пенек. На пенек иди. Лови. Ну-ка, Гоша, выше заберись. А чё выплюнул? Ну на, лови другое. Молодец. Яблоко съел. Поймал. Гоша, выше заберись. Иди выше, выше садись. Наверх иди. Иди наверх.
Наверх, наверх иди. Наверх, иди туда. Еще выше, выше. Гоша, выше, давай, иди, забирайся. Гоша, выше, выше, выше. Наверх. Куда ты пошел? Гоша, наверх иди. Так, ну-ка, наверх иди. Вон туда, на палочку, на веточку. Туда иди. Иди туда. На пенек. Дай. Давай, давай, неси. На коленки. На колени ложи, клади. Молодец. Все, иди. Так, ладно. Буду я допивать чай и пойду. Уже руки мерзнут. Гош, ну-ка скажи, давай напоследок тут что-нибудь. Напоследок скажи зрителям. Гоша, ну-ка стоять. Голос. Молодец. А скажи «а». Скажи «а». Молодец. Все, все.